Сегодня в Москве глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаилом Менем. Обсуждали вопросы строительства жилья эконом-класса, реализацию программы «Жилье для российской семьи», реформирование системы ЖКХ и другие. Вопросы развития жилищного строительства и повышения доступности жилья находятся на особом контроле, сообщил министру Михаил Игнатьев. Сейчас в Чувашии реализуется 56 строительных проектов. Это позволит создать жилищный фонд в размере 7 миллионов квадратных метров. Что касается жилья эконом-класса, то республика ежегодно наращивает темпы строительства домов в этой категории. В ходе беседы обсудили вопросы обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны, возможность предоставления льготных ипотечных кредитов. То есть если сегодня банки кредитуют там 14-15%, 15%, в дальнейшем по принятому решению, я говорю, на уровне правительства Российской Федерации, будет по 12% годовых. Вот это кредитование льготное для наших всех тех нуждающихся, которые участвуют по этому ипотечному кредитованию. Глава Чувашии доложил о выполнении в полном объеме всех обязательств по социальным программам. Полным ходом идет переселение из аварийного жилья. В 2017 году эта программа будет выполнена в полном объеме.